Не Тайрон Аутлав, ну если неправильно прочитал, ну блин, извините уж. Ладно, это описание Стима. Прорвитесь сквозь полчища врагов в Неде. Захватывающий приключенческий платформер, действие которого разворачивается в богатой истории австралийской глубинки. Ох, я бы сказал про эту игру. Знаете, у меня вообще от этой игры произошел, мягко сказать, взрыв мозга. Это 2D игра. Здесь нет вообще никаких красивых задних фонов. Тут вообще все как сделано у 90-х. Графика немного подкорректирована. Да, мы просто бегаем, прыгаем, деремся. Вообще у нас непонятный персонаж, как вы могли бы посмотреть в шлеме. Очень, еще долгие загрузки. Вот персонаж вот этот в шлеме, я вообще не понял, к чему этот шлем, зачем этот шлем, что он означает. У всяких тут шлема-то, в принципе, разные. Вот непонятно было, вот ничего мне по этому поводу, но ладно. Боевка здесь, честно говоря, местами, ну, я вам скажу, тупее некуда. И опять же, я повторюсь, сюжет и предыстория здесь вообще никак нахрен нормально не прослеживаются. Они даже тут не чувствуются. Персонаж, я говорю, тут... Я, короче, не буду про него говорить. Это какой-то дебил, блин, в шлеме. Да, тут есть говорящая радиоактивная муха. Вау! Это, я так понял, тут что-то типа юмора. Это должно быть очень, блин, смешно. В общем и целом, я в этой игре абсолютно не нашел ничего привлекательного. У меня на канале есть различные 2D игры. И, извините меня, они намного куда были интереснее. Здесь... Ну, извините, какая-то прям беда и ботворж.